привет. Мы в магазине. Егор, здоровайся. Здравствуй, мама. Мам? Не мама всем. Егор, а Егор? Ничего не взял. Карманы пустые? Точно? Ну-ка, продемонстрируй мне. Пустые у тебя? Так, здесь пусто. А в штанишках тоже ничего нет? Ну-ка, давай посмотрим, в штанишках ничего нет? Нет. А сзади похлопай себя, тоже ничего нет? Нет. Ну-ка, посмотри на меня. Ты мой заяц. Все? Я тоже хочу. Что хочешь, помогать папе? Иди помогай, давай, с той стороны. В общем, кто там говорил, что ребенок там может озлобиться или что-то. Это не про нашего Егора. У нас вообще не злобные. Сухарики. Сухарики. Вкусняшки. Мама тоже. Тележка глубокая, еле достает. Все выгрузил? Да. Ну-ка посмотри на меня. Молодец. Умник. Я сегодня хорошо. Да, ты сегодня... ничего не брал. Миша привел девчонок. Ну-ка, где вы были? Расскажите мне, девушки. В садике. В садике и в парикмахерской. А что, вас стригли? Нет, нет, только Мишу. Кого стригли-то? Мишу. Мишка, шишка за подстрижку. Не надо, Мишу. Ну-ка, боком повернись. Мам, нам переодеваться. Хорошо. Мам, нам переодеваться. Красиво. Переодеваться. А, вообще-то можно и в этом. О, Снежан, ты где грязи нашла? Ты в какую лужу залезла? На улице сухо. А, это там около садика вот такая вот грязь, и она туда наступила. Давай на улицу и там об этот, об коврик. Иди вышаркивай. Мама, она прямо в этом будет. Не раздеваться? Ну не раздевайся. Только не у дома, а идите в огород там, в беседку. Мама, можно нам у дома? Нет. Жена. Бабушка Валя ругалась. Вы там у нее все камни выкорчивали и разложили. Угу. Да-да-да. Какие камни? А я не знаю, какие вы там куски асфальта разложили. Тоже мне игру нашли. Вытерла, Жен? Ладно, все, пошла дальше. Маши ручкой.